Добрый день. Я прошла обучение в компании «Деньги на банкротстве» и хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Меня зовут Новикова Ирина, мне 27 лет, я из города Челябинска. Я очень давно интересовалась этой темой, прочитала закон о банкротстве от корки до корки и не на один раз, следила за банкротными делами, изучила электронные площадки, принимала участие и даже одерживала победы в электронных аукционах. Но что-то мне мешало начать зарабатывать реальные деньги. Когда поступило предложение пройти обучение, я даже хотела отказаться, потому что я и так все знаю, зачем мне тратиться. Потом я подумала, если я все знаю, то почему у меня ничего не получается? И я рискнула. Обучение мне очень понравилось. Сначала хочу рассказать о наших наставниках. Они просто замечательные, они огромные профессионалы своего дела, и они самые настоящие тренеры. Давид, он больше практик, а Павел, он юрист по образованию. И благодаря такому удачному союзу вокруг себя они построили команду, которая с утра до вечера, 7 дней в неделю, помогала нам проходить все этапы обучения. У меня просто дрожали руки, когда нужно было отправить первые реальные заявки, когда нужно было делать ставки в открытом аукционе. Вы очень мне помогли, и благодаря такой слаженной работе каждой части команды и благодаря такому продуманному обучению уже на 6-й неделе я подписала договор купли-продажи своего первого лота, и сейчас он у меня на руках. Резюмируем. Мне очень понравилось обучение, и пройдя его, мне кажется, ни у одного человека не может остаться каких-то теоретических вопросов. И просто для себя нужно решить, либо ты хочешь этим заниматься и зарабатывать деньги, либо на самом деле ты даже не хочешь. И больше ты не можешь придумывать никакие отмазки, почему ты не делаешь. Потому что все объясняют, все очень понятно, все очень доступно, начиная от выбора и анализа лота и до стратегии, которая тебе поможет выиграть и практически не оставит шанса упустить свой лот. Но ребята обещали быть рядом и помогать, если возникнут какие-то вопросы. Спасибо вам большое.